Оказывается, в Исландии имена для детей выбирают только из списка, утвержденного правительством. А на Бали вообще не выбирают. Есть всего 4 варианта. Новорожденный получает имя согласно очередности его появления в семье. Понимаете? Как на самом деле живут люди в других странах? В Индии запрещено сообщать пол ребенка до его рождения. За это грозит несколько лет лишения свободы. Разрушаем стереотипы в программе Жанны Бадоевой. «Другая жизнь». Премьера с 16 августа по воскресенье в 10 утра на Интере.